В Тюменской филармонии началась ежегодная весенняя ярмарка абонементов. Билеты на мероприятия в следующем сезоне можно приобрести с максимальными скидками. В перечне 20 абонементов и более 100 концертов есть как выступления местных коллективов, так и приглашенных артистов. Абонементы дороже не стали. Вот, мы стараемся придерживаться цены, которая бы устроила наших постоянных слушателей. За все время, за всю историю ярмарки у нас очень большая скидка на концерты – 30%. То есть получается, что билет на концерт можно купить за 2/3 его реальной стоимости. Ярмарка проходит на первом этаже в холле Тюменской филармонии. Посетить ее можно с 27 по 30 апреля.